Приветствую всех снова, уважаемые зрители. С вами Черный Металл, игра Фактория. Мы пытаемся выжить в том мире, в котором не выжили. Мы знаем будущее. Нам надо его как-то предотвратить. В общем, какие-то такие вот дела. Так. Если бы тоже не помешало, ну уже потом, когда свет хотя бы будет. А то не видно низги. Ой, так, что я сделал? Медь есть. Олово тоже. Мне сейчас надо потом будет сгонять, начать строить. Ну, неплохо, неплохо. Железо так вообще у меня теперь, да, отпадаешь. Убивать не знаю. Прикинь. Я его что, собирал только что? А, да, точно. Забыл. Забыл, что я его собрал. Камнями-то проблема проблемой, он решаемо. Ага, решаемо. Ой-ой. Так, ну я камушка-то сколько, блин, мало. Этого, блин, мало. Ладно, пусть они работают тогда. Сколько угля уже хватит тут до потери пульса. Здесь уже залеж хорошо выили. Так, слушай, давай посмотрим, какие мы еще руды можем заливать. Так, gold dust. Ага. Алюминиум даст. Ого. Так. Цинк. Шикарно. Все, короче, все руды. То есть это включено в какой-то мод. Это уже интересней. Слиток цинка. Смотри, ему нужен только цинк даст. Да, хорошо. А что за внизу сарай, простите, пожалуйста. О, ладно. Так, я еще пока думаю, вероятно, я буду делать. Давайте я вам покажу так. Двойной каскад печек. То есть здесь одну линию буду отводить просто от этих печей. Точнее, они все в одну линию объединяются. А здесь построю еще такую же, примеру, вот так свинец подведу тут. Сзаду, так сказать. Да, пожалуй, просто я ее возьму так. А, тут полукругом-то ее... Нет, можно инвертировать. Вполне. Инвертируем полукругом. Здесь я что-нибудь построю, типа забора, чтобы было покрасивее. Блин. Или, слушай, мне сделать так один завод, второй завод, третий завод, четвертый завод, пятый завод. Места там не до хрена. Потом здесь железную дорогу провести, когда это все кончится, и железки все подводить. Блин, слушай, я не знаю. Я реально не знаю. Так, здесь все пока блокируется лесами. Как там вверху блокируется, я вообще не знаю. Тут, походу, уже, судя по красноте... Да, загрязнение идет, это сильно. Так, мне надо радары выставить четче. Поэтому мне надо их построить. Давайте... Вот так сделаем. Ну, радары, радары, радары. На них дерево нужно, да? Прекрасно. Теперь у меня, блин, дерева нету. Какая милота. Я иногда бывает просто обожаю. Дерево нужно. Блин. Где мне сейчас еды дерево насобирать-то, а? Она продавал, называется. Надо где-то радар разместить. Ага. Дорожку, наверное, так полностью провести. Или вот здесь поставить.
Что мне же за этим флангом нам надо наблюдать? Я сейчас сделаю по-другому, погоди-ка. Фланга мне, чтобы наблюдать, мне хватит радара где-нибудь и здесь поставить. Ну да. Вот так вот отведем. Какого расстояния хватит для радара? Или как-нибудь подальше его. Даже, блин, не знаю, слушай. Ну, давай его так вот подальше отведем просто. Аккуратненько, пешочком. Вот. Проводочку протянем. Он там не изучает все. Потом что я переставлю. Хотя я потом поставлю уже более новомощные радары нового поколения. Мне до этих будут, на, сказать так, немножко начхать. Отлично. Мне, наверное, потребуется побольше чутка конвейеров. И олова не хватает. Чудно. Все-таки посмотрим, сколько мне там олова наплавилось. Там у меня одна дорожка пока вшита внутрь. Потом вторую уже вошью. 4,56, кстати, надо купить. Хрень, которая сталь на халяву дает. Вот на железо есть, а на сталь сейчас надо будет прикупить. И, вероятно, на медь потом возьму и потом куплю уже общую. Так, давай сюда. Иди сюда, и мне нужна ты. Всё. Куда, прости, предыдущие делись? Я понял. То есть мне надо купить, потом будет такую, Iron, потом Купер. Вот я лошара-то. Да уж. Лошара конкретный, ладно, будем знать. Как там говорится, на ошибках учатся только идиоты, да? Блин. Ну, косяк, конечно, словил я хороший. Ладно. Блин, обидно. Так, железо мне не нужно. Меди соберем. Шикарно. Так, у тебя там человеный солдатик. Ну, нормально, слушай. Тема. Так, сразу строим их поболее. Я уверен, что мне всего хватит, конечно же. Здесь, вот, в частности, с деревом будут проблемы. Лапок давай тогда построю еще, чтобы побольше было. Ну, пошли. Так, стоп. Это какие трубы? Блин, это стальная плита нужна. Идите, знаете куда? Нашли мне, бляха, Рокфеллера. И вот то, что мне надо построить основное. Хоть частично, но построим, друзья мои. Это будет тяжело, сразу говорю. Многих вещей у меня нету. Надо хотя бы сделать из того, что у меня есть, чтобы понимать. Хрена у них дальность. Понимать, что вообще можно будет сделать еще. Ну, строит он довольно-таки быстро. А то представь, вот это вот я 3 часа сидел, ковырялся, настраивал. Тут сейчас просто подвел и все. Надо вот такую вот модульную базу делать, чертежи сохранять, а потом просто это как-то, не знаю, отсыпкой делать и запускать вообще. Будет удобство.
честно говоря, это вручную можно делать. Очень много этих хрени понадобится. Ужасающее количество. Да. Дерево мне здесь нужно будет. И черный матрешкин театр. Так, это у нас другие заводы, да? И дерево мне надо быть. Ну, вот здесь вот я смотрю, хорошие леса. Надо бы в них сбегать, друзья мои. Там-то дерево под натырью неплохо. Смотри, почти построил. А, ту медь. Просто жесть. Так. Здесь у нас что? Строится пока, но она быстро построится. Ага, попал. Фу ты. Попал. Так, а мне надо тогда к нашему богатому лесу. Здесь тоже леса, да? Да, эти леса только меня и спасают. Много тут лесов-то хоть. О, и кисло, так я тебе скажу. Хорошо. Даже лучше, чем хорошо. Так, погоди, надо взять это топливо. Так, что у меня у этих кретинов по топливу? Так, порядок. Порядок. Сколько? Непорядок. Короче, собрать все топливо и раздать по новой. Какой-то немножко безумие получается. Все, готово. Теперь я хотя бы буду знать точно, что у меня ничего не встанет резко, неожиданно. Ладно, пошли к лесочку тому. Ну, немножко его подбреем, да. Да, тут долго. Так вот сделаю. Ух, успел. Ну вот так его подщеблыню тут немножечко. Мне потом все равно придется его тут пустошать. Но лес, смотри, какой густой, хороший. Угу. Здесь нужно будет дорогу вести, насколько я понял, отсюда вот туда, да? Новому железу-то. Ага. Сейчас я тут дерево наштампую себе. Этих дохрена, правда, надо будет. Нормально. Гранатами деревья взрывать.
Блин, без дерева это вообще самый ценный ресурс, походу, один из самых ценных в игре. Видишь, вот дерево кончилось, и писец. Практически полный наступает. Получше. Если тыщенку наберем, вообще будет шикарно просто. Вот тут медяшка 13 лямчиков. Хотя если нормально я займусь рефайном той, мне и там довольно-таки надолго хватит. Так, я надеюсь, тыщенку-то я соберу здесь. Да, соберу, отлично. Так, стоп. Не дело. Так, вот, пожалуйста. Мне. Ага, все. Пока этого хватит. А что, давай еще просеку. А, ну тут просеку-то, блин, опасно будет ее пропиливать. Ну лады, и надо будет. Есть такое слово надо. Так, дальше у нас что здесь? Дальше все нормально, но просека у нас уже готова. Это один из главных факторов. Еще 200 даже дерева. Ну хорошо, хорошо. Пока у меня тут копится автономно, это вообще шикарно. А на виражах. Патронов я мало могу сделать. И примитивной электроники осталось. Да ни хрена. Надо будет лапки сейчас не торговать. По-другому вряд ли есть варианты. Бежали, короче, на главный завод. Да, грустно все, печальненько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Так, мне нужно здесь дорожку потом бы сделать, не помешало, нормальную. Так, ну разъединителя мне тоже, кстати, не хватает. Вот зараза. Так. Разъединители. Оу. Полова кончилась. Серьезно? Удивительное рядом. Главное это доделать все. И все мелочи. Надо за лом вот бежать. А здесь вот эти вот твердые находятся, да? Не ожидал, что не так быстро кончится. Их много уходит тут. Только на эту базу я ресов-то потратил, слушай, в общем. Тяжело даже представить. Серьезно? Ну ладно. У меня кончились. Йо, да вы чё, прикололись? Слушай, сколько это реально я на неё ресов потратил? Это ж капец. Ёшкин ты матрёшкин. Я сейчас вот это представляю подсчет
небольшой провел, и это дурно аж становится. Просто реально адовое количество ресов. Это значит, мне нужно раз, два. Так вот. Дальше. Их у меня хватит. Вот этих побольше. Вот этих. Лапок. Конвейеров. Совершенственный завод я изучил вообще? Кажется, нет. Ага, нет, конечно. Да я его изучу-то. Так, что мне еще может понадобиться? Дерево есть. Мозг бы не помешал еще. Но пока того, чего нет, того и нет. Ага. Пока пробежимся, установим тяжелые вот эти вот удлинители. Их дофига по ходу дела. Вот здесь нету, к примеру. Значит, сделаем с запасом. Так сказать. Так, пока тут все в порядке. Да. Загрязнение надо смотреть. Как только загрязнение упадет на улей. Хотя тут упадет оно на улей или нет. В принципе, это роли играть не должно. Так. И уже порядок, они сейчас достроятся. И мне надо будет думать, как проводить железо. Так, у нас здесь шло по этим двум путям железо, если я не ошибаюсь. У нас обычный, что? Да. Это обычные конвейеры. Да, у нас получается здесь шла дорога, которая еще их соединяла всех. Именно так оно и есть. Нафига ему вот вторая, вот то мне бить. Почему он автоматически во вторую не откладывает? Так, ладно, давай тогда сделаем импровизированную дорожку размером 4. Вот так вот. Кирпичей, боюсь, ребят, вам не хватит. А, так я с дорожкой вместе аж копировал его. Да. Можно ли себе вопрос задать такой? Ню-ню-ню-ню-ню. Не, ну слушай, мне нравится. Кстати, вот дроны не так прикольно летают. Видите, вот там, ну, полетели. Странно, правда, очень работает. Это самая жутко странная система работы наноботов, которые, наверное, только в принципе есть. Сейчас еще здесь доделаем. И остается сюда только провести руды. И готово. Ну, не совсем. Здесь, вероятнее, придется мне заменить. Так. Ага, заменить. Тогда раз, два, три, вот так вот. Здесь мы-то все не заменим. Можем поставить вот эти. То есть хоть какое-то-то есть представление чего-то там, да? Так, здесь. Смотри, сколько времени ушло на постройку такой базы. Считай, когда есть рез и все остальное, готовый чертеж. Лафа еще та, друзья.
А так, если строить, то это просто пипец. Пипец. Просто реально пипец. Так, надо камень еще взять. Ну, теперь хоть бегать будет удобней. Хотя до камня вряд ли. Так, а ты у нас еще не работаешь. А. Понял, извиняюсь. Так, давай-ка пятюнечку еще. У вас тут, ребят, что по крутухе? Смотрю, неплохо. Давай-ка этих зацапаем опять. Любимчиков. Похалявить. Топлива у меня хватило до нефтянки. Это мне еще часа два надо реального времени примерно, чтобы до нее дойти. Но постараюсь быстрее. Правда, вряд ли получится. Хотя, если я сейчас могу развить торговлю, слушай. Угу. Если я смогу развить торговлю, тогда будет быстрее. Так, ты будешь строиться? Спасибо. А куда ты там грохнулся? Сюда. Пока заменяем на эти. Че, решил их пятак построить? Ни хрена я даю. Так, ну в принципе уже все можно запускать. А вот только я боюсь, мне энергии не хватит. Так что надо подстраховаться. Сразу вырубать раз, два, три. Здесь у нас звездный час. У нас наши проверочки пойдут. Куда они пойдут дальше, это вопрос еще интересный. Ладно, так, 5 мне должно хватить. Сейчас достроим. Отлично, здесь все есть. Здесь у нас вот раз, два. Все есть. Значит, мне надо как-то с вами главное сейчас определиться. Да идете вы сюда, никуда не идете. Это может иначе стать проблемой. Так, хорошо. Входим все железо. Доходим практически до камня. Вот так можно к лабораториям сразу вывести. В принципе, неплохо. Менять пока ничего не буду. Просто лапку поставлю, да и все. А теперь будет самое одно из основных. Это я уже буду делать, наверное, днем. Да, придется делать днем. Спасибо, ребят, за помощь. Она была неоценима. Я в ней уже, к сожалению, не нуждаюсь. Сейчас у нас будет задача поинтересней. Ну, довольно сильно поинтересней. Теперь мне надо будет проводить здесь, так сказать, хорошую рекурсию. Так, как отсюда это правильно вывести? Ну а что, доводим. Докудово. По прямой вести. Или вот здесь, вот смотри. Можно скосить.
Дорожку, кстати, надо будет увеличить до троечки. А вот здесь по этой стороне вот мимо столбов повести. Как думаете, нормально будет? Вывести тогда сюда, отсюда вниз. Здесь можно будет сразу практически вывести. Куда выводить будем? Ага, за пределы. Ну хорошо, давай тогда попробуем. Почему и нет? Я от этого ничего не потеряю, по сути. Сейчас рискнем-с. Кое-что я не понял. Почему нет соединения? Пути же никого нету. Что за ерунда? Может, я не тот ставил случайно? Блин, слушай, не знаю даже. Вроде тот вставлял. Итак, хорошо. Здесь у нас будет идти вот этот, соединяться он будет здесь. Лады. И сейчас мне надо не промахнуться, как бы. А чтоб все правильно было. Все было по уму. О. Так, тогда здесь вот так. Меняем направление, все в порядке. Чудненько. Доделываем. Окей. Так, тебя вниз мы отвели. Здесь мы сейчас соединяем вас обоих. Хорошо. Так, мне вести надо будет вон до той дорожки. И той дорожки по левой стороне тогда. Ну, повели. А, да, я не тот просто выбирал тогда, я понял. Ну да, не очень-то так далеко получится вести. Так, это у нас дальний получается теперь. Хоп. Здесь сделаем вот так вот. Можно даже поближе чутка. А можно даже вот так вот. И он идет, идет, идет. И где-то здесь будет у нас медь. Да, здесь у нас медь. Так, а теперь насчет тина. Мне же его надо пускать одной линией. Хорошо, хоть вспомнил. Он у нас ориентировочно пойдет со свинцом. Так. Тогда. Я, дружище. Вот так вот. Сейчас я с тебя все высосу там. Много ничего не оставалось.
Конвейер, кстати, большой, высасывать-то будем долго. Может, проще протянуть. Ладно, так. До сих пор две. Вроде одна. Нет, две. А все, вот одна. Вот одна теперь пошла. Так, побежали. А зато красиво получается, кстати. Так вот. Вот так вот. И погнали. Мне нужен будет тин, да? Который у нас получается. Блин. Будет идти немножко хитрее, чем я думал. Вот так вот. Все. Остается только железо подключить. Вот так вот будем подключать железо. Две входящие развилки. Ну да, протянем сейчас. Завод заработает, он никуда от этого не денется. Я вот думаю, может вообще вот так вот протянуть. Прямо просто тупо. Няу-няу-няу-няу-няу. А давай я оттуда прямо протяну, да иглу все парить не буду. Ледни сейчас обман... Обводной канал делать. Много я замаялся. Ну, смотри, как хорошо получается. Так вот раз. Ну, ладно. Так. Вы туда. И ты тоже туда смотришь. Так, тогда здесь запарим их. О, бля. И вовремя. Здесь вот так и здесь вот так. Патроны есть. Будем делать. Бежим. Бежим, бежим. Вон, давай доделаю. Ролики обязаны справиться. Их выбора нету. Запустить производство. Ну, как я и планировал, все, друзья мои, по времени выходит, именно поэтому. Все. А, можно вопрос, почему ничего не работает? Потому что здесь у нас идет чисто железо. Все, заработало, отлично. Дуем нахрен, блин, турелям. Мелкокалиберные турели, конечно же, я не выучил, потому что я их не знаю. Вообще гениально. Этих зеленых мне вроде не понадобятся. Делаю ради приличия, чтобы хоть что-то сделать. Но мне понадобится много лапок. Этих штук. И вот этих. И конвейеров давай закажем.
Ну, пока я смотрю тихо. Но я уже нашел их. Ой-ой-ой. Много-то. Ладненько, друзья, буду на этом заканчивать. Завод запустили. Пока загрязнение до них не дошло, наверное, у меня шанс будет, но кто-то мне начинает казаться, что насчет загрязнения здесь это, в принципе, не важно. Надо будет радар сверху поставить, еще и здесь, и потом посмотреть повнимательнее. Подписывайтесь, оценивайте. Увидимся в следующей серии.